Ой, Яночка, как у нас дела? Аварию починили, все жильцы разошлись, хотели сюда подняться. Спасибо сказать, еле утешил. Спасибо. Но не надо было подниматься. Могли бы просто позвонить. А, ну конечно. Я же колясочник. Куда мне самой? У вас же ко мне особенное отношение. А, я, кажется, начинаю понимать. То есть вы не хотите, чтобы вас считали особенным. Чтобы вас жалели. Отсюда это ерничество. Яночка, вы можете грызаться сколько хотите. Я все равно буду о вас заботиться. И не потому, что вы особенная. Потому что это моя работа – заботиться о своих подчиненных. Понятно. А сейчас ходите отсюда. В смысле? Ну что, никакого особого отношения. Сработаемся, Виктор Петрович.